за 80 кожи. Стойки там кухня. Да. Ну, высота, блядь. Просто машина, когда ты в этом направлении, там 40 миллиметров, она же садится вот так, у меня на рычажках, у меня колеса сразу вот так садятся, автомат. Получается, что никаких 70 там нет, а выкрутил практически. А резина стирается от края? Если вот так становится. Нет? Они же развальщики, если у тебя вот так стоят, тебе развальщики делают немножко вот так, скажем. И что? Тогда он, говорит, оно компенсируется, там ничего страшного. И что, ровно едет? Да. Ни хера себе. Только надо толкового развальщика, который понимает. А где ты делался? На мотодроме. Напротив Шкоды. Понял. Едь.